Основанный казаками-переселенцами несколько веков назад и покинутый людьми первый город на северо-востоке Гижинск, исследовала этим летом археологическая экспедиция. В поездке участвовали 10 человек. Это трое профессиональных археолога из Владивостока, 4 студента СВГУ, их руководитель Ирина Панкратова и 2 охранника, они же ответственные по материальной базе и пищеблоку. Гижинск основали русские казаки и купцы в виде небольшой крепости в 1652 году. По документам официальная дата становления города 1752. До сегодняшнего дня эксперты сомневались насчет точной даты расформирования Гижинска. По некоторым версиям, город сожгли из-за распространения чумы в 1927 году. Другие склонялись к немного позднему 1934 году. Прибывшая с раскопок экспедиция уже по начальным результатам установила точную дату 1938 год. Это были предположения 34-й, 36-й, 37-й год. В результате результаты уже говорят о том, что 38-й год, как минимум. И это раз. Второй момент. То, что касается самого города Гижинска, это первое, по сути, городское поселение, официально еще имеющее статус на территории северо-востока нашей родины, которое было присвоено. Первое поселение, и переоценить те находки, переоценить результаты экспедиции невозможно. Экспедиция длилась с 27 июля по 21 августа. Всего на территории исторического памятника разрешили копать 20 квадратных метров в условиях вечной мерзлоты. Металлические кресты и монеты, поделки из кости, бисера, стекла, бамбука, изделия американского и японского производства. Поездка оказалась продуктивной. У географического общества по предварительным подсчетам около 500 артефактов. В Магадане откроют филиал краеведческого музея и поставят Гижинскую выставку со всеми находками и историей павшего города-памятника.